Специальное предложение только сегодняшнего дня. Плед «Шиншилла» – легенда, бестселлер телеканала «Шоп-н-шоу». Самое мягкое, утопающее, нежное предложение на нашем телеканале по специальной цене с максимальной скидкой. Ну что ж, 1100 рублей вы сегодня экономите, ниже цены уже не будет никогда, поэтому меньше 2000 рублей. Есть повод дозвониться и купить сразу два цвета как минимум. Конечно, 6 цветов у нас остались, насыщенные оттенки, а также пастель. Плед, покрывало, шиншилла – это многофункциональное предложение для вашего дома. Мы все любим шиншиллу, потому что ее можно использовать в каждом уголочке и создавать для себя непревзойденный уют. Это евроразмер 220 на 240, а значит, вы сможете использовать для вашей кровати. Давай, Олечка, размер покажем. Размер как огромное покрывало, как защиту постельного белья. Угу. Пожалуйста, этого хватит от 1,5 до евро кровати. Посмотрите, какие объемы у нас с вами. Этот цвет мой. Это главный цвет года. Я выбираю для себя сегодня зеленый оттенок. Мне еще очень нравится персиковый. И зеленый тоже, ну, просто поражает меня своим естественным оттенком сегодня. Цвет свежескошенной травы. Цвет правильный, цвет энергетически успокаивающий. И как на нем смотрится фактура? Посмотрите, какой блеск. Потрясающий блеск и потрясающий длинный ворс, в котором утонуть хочется прямо сейчас. Ну что ж, друзья, хочу напомнить, что только сегодня на нашем телеканале действует максимальная скидка на шубку, о которой вы мечтали. Вы знаете, на самом деле, мужчины, к вам тоже хочу сейчас обратиться. Многие женщины все время, каждый год говорят, когда ты мне шубу подаришь, вот прям норковая, настоящая, вы шиншиллу с норкой подарите за 1999 рублей. Ваша жена точно будет довольна. Ну, а шубу настоящую чуть позже. Я напомню, друзья, что сегодня, заказывая две шиншиллы, два пледа, вы получаете сразу скидку от телеканала «Шоп-н-шоу» 1100 плюс 1100, 2200 рублей и бесплатную доставку. Она сегодня снижена на 1000 рублей. Действует от 3990. Давайте теперь посмотрим на наш шиншилла. Юля, у меня к тебе вопрос практичный. Давай. Скажи, пожалуйста, вот тут такие высокие ворсинки. Да, 2,5 сантиметра. Я переживаю, как бы дети вот так вот не подергали, не выдернули. А ничего страшного. Плед могут дергать ваши детишки. Могут и садиться ваши животные. Сами ложимся, садимся и укрываемся. Стираем в стиральной машинке. Ворс закреплен на трикотажной основе. Вот так петелька за петельку вяжется. Поэтому вывезен на высокотехнологичном оборудовании. Плед не линяет, не теряет ворсинок. Стирайте в машинке. Я это делала уже 8 раз. У меня салатовая шиншилла есть. Я решила еще поярче насыщенную зеленую сегодня себе присмотреть, потому что у меня зеленый гарнитур в моей гостиной комнате. Мне очень хорошо подходит. Но с этой стороны у нас еще вторая фактура. Это эффект стриженной норочки. Мягенький, пушистый. Он не стирается со временем. Это здорово, потому что это высокие технологии и современные полиэфирные волокна, прошедшие специальную обработку. Смело приобретайте дистанционно шиншиллу. Наши практичные хозяйки, стирайте в машинке и не испытывайте никаких хлопот. То есть, получается, можно стирать спокойно, да, ничего не выдернется, правильно, Юля? Это хорошо. Абсолютно. Юля, еще такой вопрос. Смотри, у нас совершенно разные цвета, да? И мне вот интересно, как правильно подбирать цвета под интерьер? Потому что, например, у меня преобладают золотые краски, это обои, ковер у меня розового оттенка, а мебель у меня коричневая. Скажи, пожалуйста, какой мне подойдет в интерьер мохнатый плед? Олечка, ну, конечно же, классические оттенки под любой интерьер. А если вам необходима мягкая такая палитра, ну, или, например, комната у вас, ну, допустим, маленькая, да, и очень хочется, чтобы она стала большой, тогда кремовый, молочный цвет, то есть те, которые способствуют расширению пространства. А если вам необходим акцент, выбирайте зеленый, выбирайте персиковый, выбирайте фиолетовый цвет. Вот эти цвета считаются цветами акцентными. Давайте посмотрим, как оживает интерьер шиншиллой. Если вы искали необычный, эффектный аксессуар для украшения вашего интерьера, вы его нашли, посмотрите, какая драпировка. Она живая, и ваш интерьер тоже оживает и приобретает глубину, блеск, шик и волшебство. Ну что ж, я могу сказать, плед можно использовать еще и как напольный ковер. Вы видите, как он смотрится
смотрится, как коврик в вашу детскую комнату, чтобы малыши ваши играли на полу и не простудились. А может быть, для себя, прямо вот, например, у камина, на пол, красиво. Да, Юлечка, ты знаешь, вот я сейчас тоже представляю этот плед. У меня завтра годовщина с моим мужем, 12 лет. Я прям представила, что я его постелю, вот этот мохнатенький, хорошенький, утопающий. И вот мы с ним вместе там расположимся, с детьми. Романтично, правда? Очень романтично, мне очень нравится. А самое главное, мы потом легко постираем плед, где бы он ни был. Угу. На полу, на кровати, на диване. Мне очень нравится, как он драпируется. Поэтому шиншиллу, например, можно использовать как аксессуар для вашей гостиной. Очень хорошо ложится по конфигурации мебели. Трикотажная основа облегает мебель, будто вторая кожа. Вы даете старенькой мебели новую жизнь. О, кстати, про старенькую мебель и про новенькую тоже. Знаешь, новый диван стоит, ну, 1020 минимум, правильно? Красивый такой, но там никогда не встретится такой нежный, утопающий, гостеприимной обивки. Знаете, можно и старый диван не выбрасывать, и пусть он какое-то время еще нам прослужит верой и правдой. Накинем на него шиншиллу и сядем в это блаженство и будем испытывать вот этот вот самый, тот самый антистресс. Вы знаете, когда немножко нехорошо на душе, Юль, прям так и хочется вот что-то такое мягенькое потрогать. Обычно это кошечки либо собачки. Если нет домашних животных, будем трогать нашу шиншиллу. Это точно. Если шиншилла есть дома, домой хочется бежать, потому что там уютно, комфортно, там ждут заботливые объятия шиншиллы. Очень многие наши постоянные покупатели же имеют шиншиллу. Раньше она у нас была представлена в других оттенках. Сегодня, ко дню рождения канала, 10 новых цветов. Они у нас исчезают просто с мгновенной скоростью. Осталось 6 оттенков, несколько ярких и парочка-тройка пастельных. Юль, ну у нас осталось только 6 цветов, да. С самого утра у нас было, конечно, 10, но сама понимаешь, это бестселлер телеканала, это самый востребованный товар за всю историю. Конечно, остается только 6 цветов уже. Через час я вам не обещаю наличие 6 цветов, может быть, останется 3. Выбирайте сейчас для себя свой неповторимый оттенок и звоните к нам в колл-центр. Вот она, пушистая фактура пледа покрывала шиншилла. С одной стороны, стриженная норочка, нежная, приятная, мягенькая, густая и пушистая. Одно удовольствие к ней прикасаться. Я просто испытываю блаженство при прикосновении. А с другой стороны, высокий, пушистый ворс. Ну, еще у нас 220 на 240. Огромный размер, да, который покажем. Можно использовать как защиту постельного белья в вашей спальне, то есть как покрывало. Вот как покажем. Акцент в вашу гостиную комнату или как новую обивку для диванов и кроватей. Здорово. Как коврик в детскую комнату или для создания романтичной обстановки, а также как одеяло и как плед. Ты знаешь, потому что он теплый. Наша Саша, помнишь, бизнес-тренер, которая вышла замуж за француза, сейчас она благополучно уехала во Францию жить. Забрала с собой шиншиллу? Я не знаю, забрала или нет, но я помню, как она рассказывала, что она больше не спит под одеяльником, да, под обычным комплектом постельного белья. Она спит под шиншиллы, испытывает самые приятные ощущения. Ну что ж, друзья, если вы хотите получать нежные объятия, если вы выбираете для себя многофункциональное покрывало, звоните к нам. Двусторонняя шиншилла, 6 цветов на выбор, 1999 рублей. Звонки все к нам бесплатные, набирайте номер телефона, и пусть ваша шиншилла будет украшать именно ваш дом.